Ребята, всем привет! Сегодня у нас опять волшебный телефончик на обзоре. Вода ударопрочно неразбиваемый. Alcatel WP1. Компания нам прислала. На обзор я постоянно эти телефоны беру и показываю. Так, по характеристикам сразу же сейчас пробегусь. У нас здесь 5,5 дисплей, HD. Матрица PSP, сдвоенная видеокамера от Sony. Ну такая, сейчас мы на нее поснимаем тоже. 13,5 пикселей, фронтальная 5 пикселей, сенсор отпечатков пальцев. Дальше, смотрите, он такой брутальный. Задняя поверхность у него половина стеклянная, здесь алюминий. Видим, что здесь вставочка тоже у нас алюминиевая. Бока все про алюминиевые вставочки, заглушечки. Основную распаковку я делал на лайв-канале, ссылочку оставлю, кого интересно, да, можете посмотреть комплектацию, все. Здесь у нас USB Type-C, порт идет. Gorilla Glass, как обычно, последнего поколения. По железу 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной. Потом, что у нас здесь, довольно громкий динамик, 2 микрофона шумоподавления. 2 сим-карты поддерживает, или гибридный слот у нее, или сим-карта с одной симкой, да? И самое главное, беспроводная зарядочка. Очень удобно, потому что на всех телефонах пользуюсь беспроводной зарядкой. Положил на док-станцию и все. Сейчас мы его... Первый тест у нас будет орехами. Поколем. Тух-тух. Грецкие орехи. Мне написали в комментариях на лайв-канале. Говорят, орехи можно им колоть? Сейчас проверим. И пойдем мы где-нибудь сейчас на реке здесь. О! Обозначь, вот туда сейчас спустимся, найдем лунку и потопим его. Взяли с собой. Я еще камеру, наверное, включу, пускай она под водой записывает. Так что смотрим, не переключаемся, будет интересно. Погнали. Первый тест у нас. Сейчас мы его орехи дисплеем побьем. Погнали. Сильно не бью. Видим, что ни царапинки нету. Второй тест на морозе. Сейчас мы его побросаем. Первый краш-тест будет, если такой, например, да, он, например, он упадет у вас. Или там на асфальте, да, выпадает просто. Машина, пойди по нему проедет, остановится. Данный телефон. Ну и в снегу измораем тоже. Такой он телефончик своеобразный, для пожарников, охраны, противоударная, ну и водонепроницаемая, да. Все, пришли мы на речку, у нас тестовое оборудование, как обычно, нашли луночку, рыбаки тут рыбачили. Сейчас мы его, друзья мои, опустим на дно реки. Я попробую сейчас камеру включить на записи и посмотреть, что там под водой. Да? Фото. Так, вспышку давай включим принудительно. Видео, да? Все, пошла запись. Так, укладываем его. Посмотрим, что там под водой делается. Что думаешь, камера будет видеть? Его бы сделать так, чтобы сеточкой не закрывала. А мы сейчас... А, хотя даже если закроют, ничего страшного. Завязывать будет. Так. Сейчас мы вот так сделаем, чтобы он в воде у нас мог что-нибудь снять. Юлечка, помаши рукой. Все, погнали. Смертельный номер, господа. Сейчас я до дна его попробую опустить. Течение
Не знаю. О! Нет еще. Все, по-моему, на дне. А может, не на дне. Посмотрим, что он там наснимал. Я вставлю это все в кадр. Все, на дне он, да. Сейчас чуть-чуть приподниму, может, рыбы там есть. Сколько будем держать? Я что-то не посмотрел, заглушки закрыл ли я. Не забывайте, ребята, закрывать заглушки, когда... Что, достаем? Достаем потихонечку. Работает. Работает пока. Сейчас смотри. Даже что-то снимает. Опанька. Так, сразу же по видеосъемке посмотрим. Продую сейчас микрофоны. Где у нас микрофон? Не здесь. Вот здесь где-то. Секунду. Так, у меня заблокировался почему-то. Сейчас попробуем тесты на, ну, фото, видео сейчас я оставлю вам. Подводную съемку тоже. Подводную, когда опускал, наверное, тоже уже ставил. Так, видео. Пошла видеосъемочка. Юлька, скажи что-нибудь. Привет всем. Всем привет. Ну, обычно у таких фотоаппаратов стабилизация ни о чем, как всегда. Но когда-нибудь начнут хорошие матрицы добавлять для фотоаппаратов. Прикольно, да, здесь? Сегодня красота у нас. Так, проверка на звука. Юлечка, передай привет маме, папе. И всем родственникам. И всем родственникам, кто меня знает. Не, камера, мне кажется, тут тоже такая посредственная. Но для своего телефона пойдет. У них обычно проблемы со стабилизацией. Да, макросъемочка есть. Ну да. Вот, смотри, даже макросъемка есть. Красотень. Умеет. Ну как? Сейчас сделаем несколько фотографий, я вам вставлю. В максимальном разрешении. Надо это. Фотоспышку дай-ка я сделаю. Знаешь, какую. Между прочим, руки замерзли и. И там кто-то разговаривает. Вот такие дела. Сейчас мы пойдем в сторону дома, еще на асфальте его покидаем тоже. Он же у нас как заявлен, смотрите. Вода удара прочно, не занизу есть лед, между прочим. Моделируем, что у нас из кармана выпадает там. Все дела. Да? И что у нас получается, смотрите. Ни одной трещины. Между прочим, мы уже орехи им кололи. Видите, все четенько. Задняя поверхность тоже стеклянная, ни хрена и не делается, алюминий. Они такие, я уже рассказывал на лайв-канале, ссылочка там под описанием было, что чем они стали мне нравиться, вот это они не кирпидоны, да? Не с чем сравнить-то у меня, где-то мой дома телефон я оставил. И он такой вообще классный телефон, места много не занимает, вода ударопрочная, звонит хорошо, все функции есть, LTE 4G там, 15 скоро G уже, наверное, сделают. Лепотень. Вообще телефон классный, ссылки будут в описании. Я не знаю, что вам еще показать. Машиной будем по нему проехать еще тогда. Так что вот такие дела. Все, лайки, комментарии, кому понравился, да, пишем. Кому не понравился, покупаем себе Galaxy Note 9. А цена данного аппарата $160. Примерно на рубли, где-то около 12 000 рублей.
Плюс-минус. Зависит, там еще есть с беспроводной зарядкой, он продается и с наушниками от комплектации. Alcatel компании, спасибо за предоставленный телефончик. В следующий раз мы вам еще что-нибудь покажем. У меня, между прочим, на основном канале целый лист будет. Нам еще два телефона идут на обзоры, да, оставайтесь на каналчике. Будет очень интересно. Я постоянно их люблю, да, и телефоны помучить. И они, между прочим, здесь у меня среди друзей расходятся, да. И ни одной жалобы еще не было, что кто-то там херовый, не херовый. Все работают. Да, вот на некоторых моделях через год, через два вот этот софт-тач начинают облизать, обдираться. Но в плане работоспособности вообще никаких нареканий. Всем пока, удачи, увидимся.